back in ETV. Добрый день, солнечный, прекрасный день в северной столице, и это Balcony TV Санкт-Петербург. Меня зовут Ольга, а в гостях у нас легендарные личности Марина Капура и Бериндей. Здравствуйте! Здравствуйте! Что вы нам сегодня исполните? Мы споем песню, называется она Swedish Children's Song, написала Юрий Берендяков. Это детская песня, и она почему-то шведская. Почему, не знаю. Наверное, там речь идет о всяких шведских сказках, да, персонажах, которые знают, кстати, дети всего мира. Но мы впали в детство. Пеппи Длинный Чулок, Карлсон, который живет на крыше. И даже Фрида Агнета, Бенни энд Бьёрн. Ну, не простые, это Абба. А когда они были маленькими детьми. Такие. Слушаем. Спасибо вам большое. Очень задорная песня. А, ну, хочешь, еще раз мы сделаем дубль 2? А вы знаете, очень задорная песня была. Мне очень хотелось танцевать. Он же руководитель бывшей группы. Веселиться. Она такая танцевала. Группа «Яблоко». Видите, танцует. Он привык руководить. Да, танцевать. Это кельтская, скандинавская, ладожский танец. А в детстве вы сами чем занимались? Как любили играть вообще? Вот такие задорные, такие живые композиции. А я любила играть на всем, знаете, вот бокалы, вот иногда можно звенеть, да-да, ложечкой по ним. И у меня такая целая гамма. Металлофон, ксилофон, вот такие вот, в общем, ну, дети, когда, да, играют на всем, что вот под рукой. То есть с детства вот такая музыкальность была, да? Да. Мы с Юрой, а Юра как? С самого детства. А у вас как? А я тоже с самого детства.
У меня есть фотография, где я вот такой маленький, играю на гармошке. Вот так. А я, представьте, сама соорудила скрипку, когда была маленькая, ну, маленьким ребенком, 5 лет мне было. И мама это заметила, что я сама создала инструмент. Но, правда, смычок был из веревки. Вот как сейчас помню, она перед глазами вот такая веревка, коричневая, серая, да? Бумажная. Ну да, да. Я думала, что я сейчас вот буду водить смычком, и будут издаваться красивые звуки в музыке. Но этого, конечно, не произошло. Я очень расстроилась, и мама меня отвела тогда на скрипку. Вот я ходила на скрипку при консерватории вот, школы, школы имени Римского-Корского училища. Целый год занималась на скрипке. Вот веревки вместо струн. Страна жила. Ну, а потом я решила, что скрипка такой дорогой инструмент, и я видела, как это сложно достать родителям. Мне так было их жалко, что это действительно очень, ну, сложно. А, вот, потому что надо расти еще там сначала четвертушка, потом половинка, да, там целая. То есть это такое очень большие расходы. Вот. И я заметила, что голос, он всегда с тобой рядом. И решила, что это он тоже очень похож на скрипку. И решила, что я люблю очень петь. И пойду по этой стезе. И мама меня тогда отвела в дворец пионеров. Петь вот. Сольным пением. А к чему же приводят детские мечты, друзья? Спасибо вам за то, что вы создали такое солнечное, яркое настроение здесь у нас на балконе. И солнышко светит. А мы благодарим отель «Три моста» за предоставленную террасу. Всем пока, увидимся в следующий раз. Пока.